увидели лично производственный процесс и пообщались о дальнейшем сотрудничестве. Директора Кирово-Чепецких школ побывали на крупнейшем предприятии региона – заводе минеральных удобрений. Чем запомнилась встреча? Смотрите далее. Каждый день 300 кубов в час воды чистится для производства завода. Как очищается вода и как вообще производятся удобрения? Особенности начальник технического отдела завода минеральных удобрений рассказывает директорам Кирово-Чепецких школ. Представителям учебных заведений было здесь интересно все, ведь в дальнейшем они будут рассказывать об этом своим выпускникам, которые, возможно, в будущем захотят здесь работать. Мы должны представлять, кого мы выпускаем, для каких предприятий мы выпускаем и какие требования работодатели предъявляют выпускникам школы. Работодатель, компания «Уралхим» не только требования предъявляет, но и всячески помогает своим будущим сотрудникам. Об этом более подробно рассказал директорам руководитель крупнейшего предприятия региона. Уже не первый год работает программа «Школа, учебное заведение, предприятие». В ее рамках химики встречаются со школьниками, помогают оборудовать специализированные классы, поддерживают студентов профильных специальностей, а в дальнейшем и молодых специалистов завода. 2011 год был достаточно хороший, мы заплатили налогов в областной бюджет в 2 с лишним раза больше, чем изначально планировали. Тогда вот мы с областной администрацией договорились 100 миллионов вернуть в город для строительства жилья для наших молодых специалистов и для работников социальной сферы. Ну вот я знаю, что там порядка 100 квартир в общей сложности было построено. 48 передали нам в аренду, право собственности к нам не переходит. Мы их арендовали в области, и эти квартиры сейчас предоставляем нашим молодым специалистам. Предприятие тем самым реализует общую задачу региона, делает город привлекательным для молодежи, чтобы молодые специалисты понимали, что и дома есть все условия для карьерного роста. В завершении встречи директор предприятия поздравил педагогов с наступающим праздником. Те, в свою очередь, поблагодарили за возможность пообщаться лично и интересное предложение о взаимовыгодном сотрудничестве.